Мы живем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют. Но все-таки она наша. Улица Майская, Габдуллин тут у нас проживает. Вон какой асфальт чистенький, ни ям, ни колеи. Именно Габдуллин у нас курирует всю вот эту уборку города. Главный у нас он по улице. Вот как у них тут хорошо, машины не ломаются здесь у них, может даже разогнаться чуть-чуть. Майская. Ладно, дом уж показывать не будем его. Это уже вторжение в личную жизнь. Наказуемо. Просто вон дорога какая. Почувствуйте разницу дворы Нефтекамска и улицы Барского района. Местная Рублевка, блин. Ну как? Дальше уже пошло хреново, вон там, где машина едет. Переезжаем на улицу, где живет Алексеянц. Это другой зам главы, главный риэлтор города. О, тут тоже асфальт. Это тут асфальт. Поехали смотреть, как живет нефтекамская элита. Че, нормально так? Можно уже на велосипеде ездить, в отличие от нефтекамских дворов. Патриоты. Флаги вешают. Ну да, красота. До самого города, до самой Карлухи, до улицы Карла Маркса, чистый асфальт. Удивительно. Каким образом вот так можно чистить улицы? Здесь, а в городе почему-то не получается так. Может, здесь какие-то климатические условия у них другие? Скорее всего. А дальше улицы Карла Маркса начинается крайний север. Вечная мерзлота. Где лед, ни трактора, никакая техника, ни грейдеры не берет. Сейчас поедем по улицам Нефтекамска, по дворам Нефтекамска, как простые люди, которые кормят эту элиту. Посмотрим, как они живут. Сделаем выводы. Мусор гоняет туды-сюды, туды-сюды. Вот этот трактор. Чё пыль-то поднимать? Поднял пыль, все осело там же. О, это вообще кошмар. Опа-па, как бы на машину не затащило. Опа, задницу он занесло. Задел брюхом. Оп.
Габдуллин, помоги! Остается только ставить в тему озвучку, песню «Тает лед». Закрой глаза, все постепенно, и снова в России весна. Она подарит нам всем испытания, не так просто весна нам дана. Пока мы здесь, в теплой постели, на улице полный атас. Лужи и ямы нигде не проехать, видимо, Россию поглотила грязь. Здесь тебя найдут проблемы, только ты и грязь в этом мире. Она на дорогах, дворах и в машине доберется и до квартиры. Кроссовки ты чистил долго-долго и хотел их всем показать. И вот открывается дверь автобуса, делаешь шаг. Твою мать! Россия тает лед, когда уже лето придет. Все вокруг плывет и течет, но от этого никто не спасет. В России тает лед, когда уже лето придет. Все вокруг плывет и течет, но от этого никто не спасет. В России тает лед, когда уже лето придет. Все вокруг плывет и течет, но от этого никто не спасет. В России тает лед, когда уже лето придет. Все вокруг плывет и течет, но от этого никто не спасет. В России тает лед, когда уже лето придет. Все вокруг плывет и течет, но от этого никто не спасет. В России тает лед, когда уже лето придет. Все вокруг плывет и течет, но от этого никто не спасет.